Привет всем, алоха, криптовалютчики. Продолжаем разговор про Norton Chain. Как вы уже поняли, это революция в блокчейн-мире. Norton Chain предложит нам целую экосистему, включающую в себя Norton Chain Atomic Swap. То есть в этом блокчейне будет задействован Norton Coin, о котором сегодня речь и пойдет. Будет пользователям представлен специальный кошелек, работающий благодаря технологии BIP-65 и дающий возможность совершать Atomic Swaps, атомный обмен или Atom Cross Chain. Обмен, в общем, между двумя криптовалютами, между двумя разными участниками без необходимости задействования третьих лиц, бирж и так далее. Тем не менее, Norton представит нам и свою биржу, как вы уже поняли, я показывал в предыдущем видео. Сейчас она... технические работы ведутся на бирже, временно сервис недоступен. Ну а также Norton Bot чат с системой искусственного интеллекта, которая вам все поможет, подскажет и все сделает. Что ж, давайте про дорожную карту отложим на следующий раз. Поговорим про токен сейл. Токен сейл разбит на 4 стадии пресейл и 3 стадии паблик сейла. У нас в данный момент длится Public Token Sale стадия 2, и 5 октября, буквально через 2 дня, начнется последняя, третья стадия. Как видите, различия в стоимости токена, 2 цента он стоил изначально, и 10 центов будет стоить на последней стадии. 250 миллионов токенов выделено было на пресейл, и по 100 миллионов токенов на Public Sale 1, на Public Sale 2 также 100, и на Public Sale 3 еще 50. Итого по 500 миллионов, полмиллиарда токенов выделено на продажу. Мы с вами что видим? Значит, пресейл Soft Cap 5 миллионов, на Public Sale Hard Cap 10 миллионов, токен стандарта ERC-20, его тикер NRT, Hard Cap суммарный 15 миллионов долларов, как вы уже поняли. Давайте про дистрибуцию токена поговорим. Когда средства будут собраны, 60% пойдет на development, то есть разработку продукта, 20% на маркетинг, 10% операционные вопросы, 8% партнерки и 2% юридические моменты. Токен allocation, это, соответственно, распределение Norton токена. Половина идет на токен сейл, как вы уже поняли, полмиллиарда на токен сейл, значит, всего будет миллиард токенов. И далее 5% советникам, 5% команде, 8% резервный фонд, 2% партнерам, 10% на airdrop, 15% на self-drop и 5% на bounty. Norton Coin будет являться платежной единицей, с помощью него будут осуществляться все транзакции, все операции на платформе. В общем, вот здесь вот для инвесторов есть кнопочка Buy NRT on our platform. Если вы являетесь профессиональным инвестором, можете ей воспользоваться. Но я же вам предоставил всю эту информацию для ознакомления. Листайте сайт, знакомьтесь с Norton Chain. Я в следующем видео расскажу вам пару слов о команде, ну и о дорожной карте данного стартапа. До новых встреч, друзья!